Свыше 56 миллионов рублей – общая сумма долга, из которой более 52 уже оплатили. Такие данные озвучили на заседании комиссии по взысканию задолженности в консолидированный бюджет региона с юридических и физических лиц. Несмотря на то, что более 70% уже погашено, работа в данном направлении продолжается. Скажите, пожалуйста, вы готовы предъявить платежные поручения? Оплатили задолженность? Нет, платежных поручений не готовы предъявить. У нас только как бы из этой суммы инкассовой снято было где-то около 117 тысяч. Изыскивать сейчас средства, в общем, мы в курсе. Перед сотрудниками администрации округа и налоговой инспекции по итогам проведенной с должниками работы отчитались также и представители территориальных управлений. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».